это не то, красителей мало уже осталось, и ткани какие-то все не такие, коровы не такие пошли, у них кожа какая-то беспонтовая. Даже не знаю, что придумать. Ну вот это, ну мне совсем не идет. Ну прям вообще не к лицу. Так, это пошло вот сюда обратно. Вот это. Ну вот это разве красиво? Ну я не знаю, ну кто в таком ходит? Кать, 2020 год на дворе. Мне кажется, ты прибедняешься немножко. Тебе и фиолетовый к лицу, и розовый к лицу, и вот этот, и зеленый тебе тоже к лицу. Ну не выдумывай ты, тебе все комплекты брони к лицу. Ничего мне не к лицу. А вот эти штаны, например. Ну вот эти штаны, ну что это такое? Ты смотри, как они тебе хорошо подходят. Прям лучше даже, чем алмазные, забирай и сваливай с магазина, Кать. Нет, это не то. Мне что-то не нравится. Ну какой-то цвет не такой. И вообще Ну вот эти вот фиолетовые штаны. Ну вот это вот точно должно мне подойти, да? Господи, ты помилуй. Нет. Да в смысле? Ну нет. Ну ты смотри, как идеально сидят. Нет, это не идеально сидят. Можешь их это вот взять и выкинуть, сжечь их куда-нибудь. Отстой полнейший. Слушай, у тебя, может, вот эти вот дни, когда тебе ничего не нравится, вот эти самые дни? Какие дни? О чем ты вообще говоришь? Я просто хочу кое-что получше. И ты знаешь, о чем я. Ну надень тогда алмазные шмотки, они прям светятся, все переливаются, и тебе алмазные шмотки тебе точно к лицу. Алмазные шмотки сидят у меня уже просто вот ты не знаешь, где они у меня сидят, но они точно там сидят. Поэтому знаешь, что я тебе предлагаю? В жопе сидят, что ли? Нет! Короче, ты сейчас вместе со мной отправляешься в ад, и ни слова не говори мне, ни слова. Мы идем в ад, добываем незеровый кусок. Куда пошел? Слушай, куда стоять? Я пойду домой сейчас, подожди, я твои вот эти штанишки вот куда здесь оставлю. Куда? Вот где они были, вот здесь. Вернись! Подожди, я пойду там сведу вот этих големов. Ты же хотела сегодня свадьбу големов, вот этих всех снежи сделать. Я пойду свадьбу сделаю. Ты сколько стреляла? Да, я. Я тебе говорю, мы отправляемся в ад и делаем новую броньку. Ты потом сам об этом не пожалеешь. Ну посмотри на свой светящийся шлем. Он же такой красивый. Представь, ты весь в таком будешь. Я буду весь светящимся шлеме? Да нет, не в шлеме ты будешь, а в броне. Ты подожди, у тебя там новый, у тебя первый посетитель в магазине. Ты иди посмотри, он только что зашел. Молодой человек! На глазах зашел прям моментально так! Давайте я вам предложу, вот у меня есть из моей новой коллекции вот эти вот зеленые и фиолетовые. Как? Вы куда? А, он что? Уже... Папа, ты слишком долго клиентов обслуживаешь, он уже уйти вот это успел! Молодой человек, вернитесь, пожалуйста, вы был первый клиент, для вас скидка персональная, вы где? Скидка 100%, приходите бесплатно забирать любые вещи! А, вот он! Испарился. Он телепортируется быстро, ты не успеваешь. Все, короче, пофиг на этих посетителей, пошли в ад уже скорее, без вопросов, все. Ну то, что у меня красивый шлем светящийся, это я знаю. Но ты думаешь, что мы за одну серию с тобой сможем фулл комплект незритовой брони добыть? Ну может не фулл, но хотя бы еще по одной шмотке давай сделаем. Ну хорошо, тогда пошли. Сделаем мне 2 шмотки и тебе 0 шмоток. И тогда будем в расчете. Давай. Я не поняла, а что это у нас вот это не по чесноку все пошло? По чесноку и по луку и по всему остальному. Давай. Тик. Там, чё, как её-то активировать надо? Чё-то нажать на неё надо? Ну, чтобы я здесь оказалась, да? Это надо, по-моему, вот так тыкнуть не курочкой, а света камнем. Раз. Ага. Два. Ага. Три. Ага. Четыре. Ну, на максимум зарядила вот этот якорь. Сейчас моя очередь. Раз, два, три, четыре. Зарядили, все. Если мы кокаемся, сейчас появляемся тут и точно вдвоем, а не как в предыдущей серии, когда Катя раз 7 дома появлялась и потом пешком сюда бежала, да, Кать? Давай проверим. Я тебя сейчас проверю, ты... А, кстати, да, ты же голая, давай проверим. Ага, и Катя появляется. На розовой кровати Катя появляется. А почему ты не тут появилась? Ты че меня обманул? Я неправильно зарядил эту шайтан-машину. Слушай, может я не помню? А, надо было еще правой кнопкой. Мы забыли правой кнопкой тыкнуть. Ну все, Кать, беги сюда обратно, я тебя тут жду. Ты меня так бесишь. Да, бывает иногда, бывает. Тыкнуть ему правой кнопкой надо было. Подойди сюда. Ну шо? Подойди сюда ближе. Ну подошла. Сейчас снежок будет. Снежок как бы уже идет, но смотри, какой снежок сейчас будет. Опа! Ой, все такое беленькое! Круто, блин, люблю снег.
Так, ты помнишь, на какой высоте копать вот эти незеритовые обломки, вот эти все штуки, помнишь? 14-е. Я даже не помнил, ну ты реально профессионалка. Все, давай копайся на 14-й высоты, я за тобой. Так, а у меня кирка-то есть? Есть кирка, погнали. Все, давай погнали, кто первый найдет незеритовый лом, тот не лох. Да а я первый найду. Ты не так копайся, Дуримон, да ты лестничкой копайся, что ты вниз копаешься? Сейчас слабо упадешь и вот это, и до свидания, Катюха. Так, давай, у меня своя тактика, это самое. Ты знаешь, как я умею. Могу копаться, и бац, прям уткнуться в что-то полезное. Ой. Уткнулась в что-то полезное? В лаву, так, да, уткнулась в какую-то полезную? Ну да, уткнулась, ну и что? Давай я пойду копаться, ты просто за мной, Дуримонда Петровна. Да я сейчас как пойду, да я сейчас как найду сразу этот незер кирпич кусок вообще. Да как Катюшка бульдозер включится сейчас в работу, так сразу все пойдет. Вот смотрим, сейчас за 30 секунд, до 30 секунд найду вот этот первый камень. Все, погнали, вот если я не найду, то значит я не найду, а если я найду, значит я найду, все, погнали. И ты вот это как умеешь языком-то трепать, да ты куда спускаешься, на 14 же высоте надо купаться, ты куда спускаешься, давай, 30 секунд у тебя есть, чтобы найти языком. И погнали, ой, там лава, ой. Умеет трепаться этим языком, ты давай ищи, мать, вот когда найдешь незритый вот этот. И кто и у нас тут бульдозер? Ты бульдозер или я бульдозер? Сюда подошла сюда, ты посмотри. О, сюда. я нашла. Ау, ты пасть, вот это все. Я... Кать. Еще два куска! Ну, я сама, ну все, видишь, я же говорю, мы за 30 секунд найдем. Не ты нашла, я три куска нашел в одном месте. А я тогда сейчас я еще больше тебя найду. Я себе полный сет про них сделаю сразу же. Вот увидишь, я сейчас найду. Ну все, я уже нашла. Умеет языком трепать, но незритые обломки искать не умеет, да? Вот найдешь три обломка в одном месте, тогда будешь иметь право называться Катюшкой-бульдозершей. Ты сейчас найду, вот нашла что-то, вот нашла, это что? Я чуть... Осколки прошлого! Подожди, я нашла древний обломок, а что это? Ну это незритая вот эта фигня! А, ну вот я же говорю, я найду! Вот это ты всего лишь одну нашла, я три нашел, поэтому я Эдичка Бульдозер, а ты, Катюшка, никто. Эй, ну-ка забери свои слова обратно. Это я быканул, извини, сала обратно. Быканул, конечно. Прости. Ну я сейчас найду, ничего страшного, ну один там, где один, там и два. Кусочек, нашла еще один кусочек. Ну молодец, но пока что я в любом случае лидирую. У меня три кусочка, ищи дальше давай. Идем дальше. Я вам еще раз говорю, нам это очень сильно нужно. Мне вся одежда уже осточертила, я хочу новую. Ну скажи, где находятся эти обломки древние. Ну пожалуйста, ты же знаешь, ты здесь тут живешь. Ну скажи, пожалуйста. Слушай, Кать, ну это так не работает. Ты или ищешь, или не ищешь, или ты признаешь, что ты нубасийская, или прямо сейчас у меня на глазах три обломка находишь. Ну а почему они? Вот их жены по-любому в красивых шмотках ходят, а мне не хочет сказать, где это вот все найти. Они мертвые свиньи! Каких их жены в красивых шмотках ходят? Они сдохли давным-давно, они не хуже, чем зомби, они свиньи! Да? Да, у них нет секретных вот этих твоих обломков. Ты сама их должна искать. Тогда ищу, все, тихо. Вот сейчас вот пойду, вот смотри, копаю вот так, хоп, прям вот здесь захожу. Да, вот прям здесь. Если ты сейчас найдешь, вот в ближайшие 10 секунд, если ты найдешь хотя бы один обломок, я тебе iPhone 11 куплю. Вот моментально тебе куплю. Давай. Где-то я уже это слышала. Так, вот смотри, вот сейчас найду. Вот уже прям вот. О, золото нашла, смотри, золото. Золото не считается, только обломки. Ну, вот смотри, вот сейчас еще чуть-чуть. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. И вот он обломок, да, почти. Да, вот сейчас ничего здесь ты, будет. Ничего ты не найдешь, да не найдешь ты ничего. Сейчас, подожди, вот давай вот в эту сторону. И вот здесь точно будет обломок. Вот прям вот тут. Ой, лава, ой, какая неудача. Вот так, закрываем. Опа! А я тут еще один нашел, пока ты лишний раз трепалась и говорила то, что сможешь найти.
И где ты нашел? Ну и где? Вот здесь нашел, вот в пещере, вот здесь одно и нашел. У меня уже 4. Это одна шмотка из незерита. Все, короче, Кать, с меня достаточно. Я прямо сейчас отправляюсь. Это песок душ. Я прямо сейчас отправляюсь к нам домой и крафчу себе меч. Или не меч, или кирку себе крафчу. Короче, сейчас себе кое-что скрафчу, а ты тут сиди копай дальше. Трусы себе скрафти, они тебе полезнее будут. Вот трусы себе скрафчу, ты себе ничего не скрафтишь. Ой, ну и ладно, ну и потом, значит, схожу, когда ты спать будешь, еще и накопаю себе. Ой, кокаюсь, кажется. Кокаюсь! Точно кокаюсь, все, кокаюсь. Вот, раз, два, три, кокаюсь. До свидания. О, кокнулась. Все, забираем эти якоря и потопали домой, Катюшка. Так, у меня в этом место в инвентаре нет. Сейчас, погоди, что-нибудь выкину. Да, после этой серии тебя Катюшкой-бульдозером, наверное, сложно будет называть. Но ничего, ничего. Вот ты потом всем еще докажешь, всем докажешь, Катюшка, пошли. Слушай, ну в этой серии, да, мне повезло меньше, чем тебе. Но ничего страшного, в следующей серии отыграюсь. Мне не везло, я просто настоящий профессионал и Эдюшка-бульдозер. Признай вот это, пожалуйста. Катюшка-бульдозер я, ты не можешь называться Эдюшка-бульдозером, это нечестно. И древний обломочек, раз. Древний обломочек, два, три и четыре. Так, как там вроде оно делается? Золото, вроде золото надо соединить. Берем вот так немножко золота, идем сюда, забираем незеритовый вот этот лом. Вроде оно делается вот так, ставим вот сюда, потом незеритовый слиток. Покажи. Смотри, Катюха, что у меня в руках. Так, потом, если я хорошо помню, берем досочки, берем немножко вот это железо, пиндососим стол кузнеца. А нафига тебе стол кузнеца? Да потому что вроде сделали так, то что только через стол кузнеца вот это все можно делать. Давай его засунем куда-то вот сюда. А вон сюда. В угол вот, сюда. Все, пускай будет вот, да, вот сюда. Ставим алмазный меч незеритовый. Ой, ты ля какой. И что ты сделал? Я незеритовый меч сейчас сделаю. Там урон 10. Не надо меч. 10 единиц урона. Да я тебя с двух ударов убивать буду, Кать. Да не надо меня убивать 10 ударов. Не надо меч делать. Почему не надо? Надо. Ну, я тут подумала просто, ну, у меня всего лишь 3 древних обломка, и мне ни на что даже не хватит. Поэтому я решила, я лучше тебе их отдам, и ты сделаешь себе что-то получше. Например, этот нагрудник вот этот. В общем, на, забирай, это тебе. Ты мне сейчас отдала 3 своих древних обломка? Да, я последний, этот третий нашла, когда вот мы уже кокались, я прям его предпоследний нашла и только не стала. Слушай, подожди. Так у нас здесь есть еще один древний обломок. Спасибо, Кать, я себе его заберу и 2 вещи себе сделаю прямо сейчас. А, у нас был еще один кусочек, оказывается, да? Ну ладно, делай тогда хорошо. Делай 2 вещи, в принципе. Ты смотри, какая она сегодня добрая! Так, ну все, хорошо. Я себе тогда сделаю, давай сделаю себе трусишки вот эти. Опа, вот так. Опа, вот так незеритовые. По ножи пиндюкаем. Надеваем. Офигеть, ты просто вообще чумовой какой-то. Дай померю, пожалуйста. Конечно, я тебе ничего не дам померить. Так, после этого незеритовый лом. Тут у нас еще один незеритовый лом был. Сейчас мы его тоже соединяем, и у нас... Слушай, Катя, я тебе так благодарен, ты себе даже не представляешь. Сейчас 2 вещи себе сделаем. Ладно, хорошо. Еще один был, значит, да, говоришь? А сейчас снимаем ботиночки, ставим сюда незеритовый сниток, вот так ботиночки, вот, Кать, мне не хватает всего лишь одного нагрудника, дай, пожалуйста, нагрудник, я хотя бы примерю, чтобы у меня был полный сет, мне вроде ачивку должны дать, пожалуйста. Погоди, нет, давай как бы я тебе и так уже все отдала, нагрудник останется при мне, да лучше ты мне дай ботиночки померить, но у тебя три вещи получается, а у меня всего лишь одна, ну дай хотя бы ботиночки. Просто для ачивки, дай мне, пожалуйста, нагрудник. Ну нет, давай я померю ботиночки, я тебе их верну и дам. Так, все хорошо, на мои ботиночки меряй, но потом возвращай нагрудники, ботиночки сразу же. Хорошо, я померю только ботиночки и вот сейчас еще нагрудничек надену. Ой, какая я! Красивая прям не могу, все, давай возвращай. А кого возвращать тебе? Ничего, я тебе не верну, нет, не надо, нет. В смысле ты мне ничего не вернешь? Дай мне ачивку заработать, Кать! Ты думал, я тебе все, что ли, отдам?
Да фиг там плавал, у тебя две шмотки, у меня... Игорь, скажи ему, у меня две шмотки, у него две шмотки, все по-честному, понял? Не верну я тебе твои ботинки. Слушай, ты мне только что дала свой незрит, чтобы я себе скрафтил вторую вещь, ты сейчас у меня ее украла, ты че, ты издеваешься надо мной, что ли? Я ее не украла, я свое забрала себе. А я подумал на секунду, что Катя Крафт стала доброй. А ты своровала у родного парня, да? А так, слушай, ты мне дай свои штаны и шлем, чтобы мне ачивку дали за полный сет, ага? Обойдешься! Ты понимаешь, что у меня сейчас вообще ботинок нет? Я босиком хожу, ты у меня забрала мои же ботинки! Ну, я могу дать тебе на ледоход 2, если хочешь. Мне они не нужны, в принципе. Забирай! Ты смотри, какая добрая, ледоход, Абаса. О, сейчас по воде, да, буду ходить. Ой, как круто! Да, смотри, какой интересный, как бы вот этот вот эффект, лед получается.